Здравствуйте, Александр Юношев, Лайф. Заключительный вопрос. Вот, хотелось узнать у вас, как события последних месяцев повлияли на вашу жизнь? Ну, наверное, на распорядок дня, удается ли найти время для занятия спортом? И на следующей неделе уже Новый год. В связи с этим хочется поздравить вас с наступающими праздниками. Спасибо. Ну и уточнить, как вы их будете проводить. Спасибо. Ну, ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Вот. Посмотрю выступление президента. Вот. Поздравления. А что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы, а я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. Я и всем вам желаю тоже так же относиться к спорту. Это хорошее дело. Говорят, еще это и помогает сохранять и интеллектуальные способности. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Вам спасибо, с наступающим. Всего хорошего. Спасибо.